Всем доброе утро! Доброго времени суток, друзья! Я нахожусь в Мерсине, в таком прекрасном месте, в таком красивом, в таком солнечном, вокруг пальмы, море и песок, в данный момент камни. Я стараюсь каждый день нахаживать шаги. Прохожу более 15 тысяч шагов. Ну, не снимала вам, да, одно и то же скажете. А может, не скажете, а может, ждете мое одно и то же. Вчера прочитала комментарии, стараюсь их не собирать. И Елена написала мне: снимайте побольше, мы ждем ваших видео. Как я вам благодарна вот таким, как вы. И как многие другие поддерживают меня позитивом. Большое вам спасибо, мои дорогие зрители. Те, которые искренне ждут. И новые подписчики, добро пожаловать на мой канал. Канал о счастливом браке, можно так сказать, спустя 7 лет. Вы знаете, я какую ошибку сделала? Я перепутала числа. У нас 7-летие, а не 8-летие с мужем. 6 лет было в том году, а я сейчас перескочила на 8. Видите, как происходит интересно в мире. Но у нас, в принципе, уже 7,5, как мы познакомились. Вот. Мы познакомились в марте, в начале марта. И почему-то я все перепутала. Ну, наверное, отчасти, да? Тороплю события. Да, с гордостью тороплю события, потому что прошло столько времени, и у меня за плечами опыт семейной жизни. Я считаю, что хороший опыт я собрала, и спустя 7 лет нашего брака, счастливого брака, гармоничного брака, я могу сказать с гордостью, что я та, которая строит отношения семейные, счастливые, гармоничные. И до этого я тоже вам записывала видео, как нужно лелеять свои отношения с мужем. Знаете, я не пожалела совсем ни капли. Может, кто-то, когда начал смотреть мой YouTube-канал, не верил в меня, да? Писал мне: скоро придет то время, и ты убежишь отсюда, с этой Турции. Но, видите, прошло столько лет, 7 лет я здесь уже в Мерсине. 7 лет в Мерсине, да. И бежать-то не хочется никуда, когда рядом такой мужчина, как мой муж. Нормальный, адекватный, который поддерживает меня постоянно. Уважает, ценит, любит. Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни. И я благодарна ему за это. Я сейчас буду отключаться, потому что здесь очень шумно. И вам будет некомфортно. Так пахло кофе, так пахло, что я не выдержала и решила сделать перерыв. Уже возвращаюсь. Посмотрите, какой красивый пейзаж отсюда. Просто очень красиво. Люблю капучино. Капучино стоит 80 лир. Такой большой бокал. Средний. Приятного мне аппетита. Привет, друзья мои. Сейчас после прогулки остановилась я на нашем мосту. Посмотрю, которых очень много рыбаков здесь. Как интересно, рыбу не ловят дети. Видите или не видите, под водой они удочку забрасывают. Здесь так много рыб сразу вокруг этих удочек. Видите, наверное, да? Маленькие все. Как будто кормят их. И там везде, где рыбы, огромных рыб нет.
малюсенькие все. Кушают хлеб, смотрите, как. Как интересно. Хлеб упал, и они кушают, видите? Мелочь, мелочь. Крупной рыбы нет. Как хамса. Как интересно, как красиво. Как это успокаивает, когда смотришь. Как они быстро съедают, смотрите. Крупную рыбу хотим, крупную, да? Вот обратно запустим. И одна и та же картина. Дай Бог, что повезло. Мне пошло. Мои дорогие друзья. Здесь сколько много рыбаков сегодня. Мне кажется, ничего они крупного не поймают. Набережная тоже такая пустая. Друзья мои, у меня привычка сегодня появилась разговаривать шепотом. Женщины купаются, мужчины купаются. Привычка появилась разговаривать шепотом. Это очень привлекает многих. Есть специальная такая техника АСМР. Здесь создают микрофон, какие-то шумы. И я решила тоже поэкспериментировать. Дурында, я какое замечательное море. Почему я не купаюсь? Почему я не купаюсь? Я сейчас себя виню. Почему я не купаюсь? Велосипедистов много. Но это велосипед для ленивых. Светлана же не ленивая. Светлана ходит каждый день по 7 километров. Я давно вам не записывала видео с нашей набережной. Потихоньку загружаю видео с Анталии и работаю по бизнесам. Я очень рада, что на мое предложение присоединиться в мою команду. Я получаю очень много вопросов от вас в личку. Кто-то решается сразу, кто-то думает, но это хорошо, что вы хоть как-то начали интересоваться тем, что происходит в реальном жизни. Тем, что происходит в реальном мире. Это наша реальность, друзья. Это скоро будет так же, как и раньше. Карты появились банковские. И крипта постепенно заходит в нашу жизнь. И на ней можно сейчас очень хорошо заработать и накопить. Я вам советую, убирайте свои сбережения с банков, забирайте, куда хотите их, несите, покупайте что-то, лишь только не оставляйте, потому что ожидается то, что произошло когда-то с деньгами наших родителей. Моя мама так мечтала о чем-то крупном, всю жизнь копила на что-то крупное, на квартиру большую, и тут в один прекрасный день она стала банкрот на карте. Я помню, миллионы тогда нам купоны давали. Хлеб покупали за купоны. Я была беременная. Кушать нечего было. Такой токсикоз был страшный. Такие времена были. Трындец. И сосиски не было. Пустые избы, прилавки были. Ой, никакой ничего вкусняшки не было в магазинах, как сейчас. Такое время было в нашей жизни. Так вы сейчас будьте осторожны. Вас предупреждают. Все предупреждают. И я предупреждаю. Будьте осторожны и бдительны сейчас. Только не храните деньги в банках. Не ведитесь на их проценты. Потому что это все очень опасно. Ваши деньги не вернут. Пришли мы домой. Как давно я вам не снимала распаковку. Она вам очень понравится, потому что купили много чего интересного. Сейчас я поставлю свой телефон удобно и сделаю вам распаковку.
У меня такой сегодня окрас. Да, волосы. Смотрите, тут яйца домашние. Мой муж купил, я сейчас их разложу. Мне кажется, вот так будет хорошо. Вы меня видите хорошо. Сейчас я свет включу. И займемся полезными вещами. Так. Купили мы очень много чего интересного. Сделали запасы. Муж заплатил 1700 лир. Притащили с ним три таких огромных пакета. Сейчас я сделаю распаковку. Начнем с первого пакета. После завтрака все побросали и бегом по делам выписать мне лекарство от зоба. А сейчас меня ждет партнер. Так, купили мы силки. Это уксус яблочный. Я замачиваю в нем зелень. Муку купили 2 кило. Пускай будет. Соль купили. Купили вот такой маленький порошок ореи, потому что мы перешли на жидкий. Но буду стирать занавески, поэтому попросила купить ашкин вот такой маленький. В этот раз я купила Якобс. Мне очень хочется. Купили разрыхлитель для теста. Купили такой сыр. Я вам рассказывала или нет. Я решила сделать, приготовить сыр по рецепту из ТикТока. У меня ничего не получилось. Главные ингредиенты в этом сыре — это творог, и он не расплавился. Поэтому я решила... Ну, тут сейчас он запакован, поэтому ладно, посмотрим. Я решила, мой муж сказал, не парься, я тебе куплю. Соду купили, для кофе сливки купили. Один пакет уже разложили. Второй пакет. Теперь будет у меня такая чистая кухня с такими средствами. Какое-то новое средство для полов, для раковин. Вот это мне понравилось. Чамашир Сулу. Это с хлоркой, по-моему. Чай купили. Лаваш купили. Мехмед купили. Наконец-то Мехмед. Купили для стиральной машины средства для блеска посуды. Сыр купили. Мой муж любит. Крем купили. И купила такой кусок мыла, потому что ну, нужно мыло, иногда хочется лицо умыть просто, и нету мыла, жидкое не хотим. А это крем для рук и для всего тела. Соль купили. Купили такой стиральный порошок жидкий для цветного белья. До этого муж купил вот такой маленький, и я очень довольна, кстати. 25 стирок. Ома. Нормально, мне понравился. И третий пакет, дорогие мои зрители. Для мытья посуды. Это... Для чего, знаете, средства для уничтожения накипи. Купили 2 литра вот такого масла. Мы купили растительное оливковое масло. Оливковое. Обалденное в канистре. Сейчас покажу. А это купили 2. На всякий пожарный. Последнее время я не готовлю вообще еду на растительном масле. Только если пирожки пожарить, буреки. А в основном мы используем оливковое масло. Купили такое средство для жира. Будем проверять, насколько оно супер хорошее. И все, друзья мои. И купила себе такую газированную воду. И в итоге чек 1700. Смотрите.
Вот это все 1700. И купили лекарства. Купила я лекарства. Попросила Адзоба и анидазол, паразитное лекарство. Будем со Шкемом лечить, истреблять паразитов. Это профилактика. И он мне дал... Интересно, что это за тербисил? По 50 миллиграмм. Две упаковки. Какой-то тербисил. Посмотрим, какие-то новые лекарства. Поймете, турецкие лекарства я вообще не знаю. Посмотрим, что мне назначат. Ну, я паразитов. Ну, вот и все. Мои дорогие, распаковка закончена. Я пошла работать с партнером.